Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, ведомств, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Алимов. Здравствуйте. Кому помогают волонтеры во время осенней эпидемии коронавирусной инфекции? Зачем в Самаре создано общественное движение «Люди дела»? Какие новые проекты будут проводить в Самаре «Люди дела»? В нашей студии Михаил Натальчук, депутат Думы городского округа Самара, активист движения «Люди дела». Михаил Сергеевич, добрый вечер и рад вас видеть. Здравствуйте, Ян. Очень приятно. Есть мнение, что, вы знаете, мы живем в эпоху эгоистов. Вот наверняка слышали о таком явлении, о таких людях. Потому что деньги – это важнейший критерий успеха. А между тем волонтерство, вот если брать классическое определение этого понятия, это неоплачиваемая деятельность, дословно, на благо других людей. Вот скажите, сегодня как люди приходят в волонтерское движение? На самом деле, Ян, волонтер живет в каждом из нас. У каждого просто разные, так сказать, направления вот этой волонтерской деятельности. То есть есть люди, которые готовы оказывать вот эту вот безвозмездную помощь. Кто-то в спортивных каких-то там делах. Кто-то вот оказывает помощь гражданам в каких-то там, ну, других, да, там, то есть как благотворители. Ну, то есть... Волонтер, действительно, это сейчас, мне кажется, на данный момент это очень актуально, так как мы сейчас находимся и, ну, то есть живем в не очень хорошее время. В непростое время, я да, бы так сказал. Верно, непростое да. время, сложное время. И именно вот в эти моменты вот этот дух волонтерства, он вот и процветает. То есть мы видим, как люди действительно хотят помогать друг другу. То есть на самом деле это внутренняя потребность, которую человек вдруг неожиданно ощущает. Ну да, та потребность, которую человек хочет как-то реализовать. И вот это вот волонтерство, мне кажется, оно и дает вот эту вот реализацию для вот как вот своей потребности, да. То есть тяжело сейчас, да, вот бывает вот там престарелым, да, вот гражданам нашим, жителям нашего города. И вот есть много молодых вот ребят, которые вот хотят помочь, оказать какое-то содействие им, но они, то есть даже не то, что не понимают, они не знают, как вот они могут проявить вот эту вот свою помощь, так сказать, как они могут оказать. Как ее, скажем так, как ее сделать максимально эффективной, я бы даже еще так вот отметил. Да, я думаю, это правильно. Потому что ведь, ну, на самом-то деле человек, ну, один человек — это единица, как говорил Маяковский, а когда вот собирается уже команда людей, они могут сделать намного больше. Михаил Сергеевич, а вот если брать средний портрет самарского волонтера, и вообще он существует, если существует, то какой он, этот средний портрет? Ну, кто эти люди? Будем говорить так. Так какового портрета его, ну, его нету, он не существует, потому что волонтером может быть как вот и молодой человек, так и вот человек взрослый, так сказать. Тут все идет изнутри, то есть как бы желание помогать людям. То есть есть волонтеры, то есть молодые ребята, которые, то есть, несмотря на свой юный возраст, они активно участвуют в различных волонтерских проектах. А самый молодой, сколько лет, кстати, вот вы встречали, исходя из вашей практики, самому молодому волонтеру, вот, которого вы встречали, сколько лет было? Ой, вы знаете, есть и прям вот 13 лет, и 16 лет. То есть... 13-16 лет, то есть они уже это понимают, осознают. Да, но вы понимаете, как это происходит? Ну, вот, допустим, те же, так сказать, дети, волонтеры, то есть молодого возраста. Ну да, подростки, они, скажем да, так. Да, подростки, да. Они смотрят и, ну, вот... на более старших волонтеров, добровольцев, и чувствуют, что они тоже хотят быть пригодными, так сказать, тоже хотят помогать. Берут пример и тоже участвуют в различных акциях, в каких-то мероприятиях, то есть добровольческих, в этой волонтерской направленности. То есть они действительно смотрят, что это волонтерство, оно как-то не то, что востребовано, оно полезно для общества. И они тоже хотят быть полезными для общества. Они тоже хотят помогать. Как-то исправить ситуацию в лучшую сторону. А самому, ну, возрастному волонтеру, которого вы встречали? 82 года. 82 года? Да.
Слушайте, вот, ну, святой человек. Да, это жительница нашего города, жительница железнодорожного района. Она... Где вы живете? Где я проживаю, да, и я вот регулярно смотрю. Как ее зовут, помните? Да, конечно, ее зовут Галина. Давайте просто поблагодарим, да. Вот, на самом деле. Ее зовут Галина Михайловна Дерия, то есть она периодически участвует в различных акциях волонтерских. Она периодически, то есть это тот человек, она не просто как вот волонтер, да, то есть несмотря на ее возраст, она объединяет вокруг себя, консолидирует, так сказать, вот общество, людей, то есть... И как-то привлекает к их к волонтерской к деятельности, да, вот, то есть, вот вы спросили возраст. Несмотря на этот возраст, то есть даже вот сейчас, поскольку этот возраст считается, ну, как опасным в связи с эпидемиологической обстановкой. Не, ну, несмотря то, что она людей объединяет, то, что она просто их уже... Ну, это... вот смотрите, получается, как и для молодых волонтеров, они смотрят на нас, да, и понимают, что... Несмотря на свой возраст, они тоже могут быть полезным. Так и вот, глядя на вот, Галину Михайловну тоже, она, несмотря на свой возраст, она помогает. То есть она стремится помочь людям, стремится Потрясающе. Помочь жителям своего района, своего города. Я думаю, вот именно вот эти люди, они вот и как показатель именно вот, вот этой волонтерской. Да, единство общества, совершенно верно, вот правильно говорите. Михаил Сергеевич, а вот если брать социальный статус, сколько там учащихся, сколько там людей, которые работают по найму, предприниматели, какое количество? Вот не обращали внимания, не задумывались над этим? Да, вы знаете, как такового этого, ну, этого нет. То есть волонтерство подаются те люди, которые идут просто помогать другим людям, то есть все врачам, равно. Жителям, да, нашего города, для того, чтобы просто помочь, быть полезным, оказать какую-то вот, вот эту помощь, которая вот в чем нуждаются другие люди, на безвозмездной основе. То есть это могут быть как и представители коммерческих структур, предприниматели, представители каких-то молодежных некоммерческих организаций. То есть просто у людей, у них одна цель – помогать. Помогать и не брать ничего взамен при этом. Я считаю, вот в этом и есть дух волонтерства. Когда ты идешь и просто помогаешь людям, ну, ты не ждешь ничего в ответ, ты просто хочешь помочь и не более. Я почему задал этот вопрос на самом деле? Ну вот, допустим, мой достаточно близкий друг, предприниматель, руководитель среднего бизнеса, скажем так, он весной продолжительное время возил продуктовые наборы. Он никому об этом не рассказывал. Он это делал тихо, незаметно, регулярно, лично. Дело в том, что в обществе ведь есть вот это некое, ну, может быть, предубеждение, что предприниматель — это человек, который думает только о прибыли там, собственного предприятия. А выясняется, что в сложные моменты эти люди готовы подставить плечо. Вот в чем дело-то. Ну, вот я про это и говорю, то, что тут, получается, идет непосредственно направленность на безвозмездную какую-то, на безвозмездной основе. То есть люди как такового, кто реально помогает искренне, они не ждут ничего взамен. Вот. И достаточно много волонтеров я встречал, очень состоятельных людей, также представителей бизнеса. А они вот чем-то похожи вот как раз на друга, про вашего друга, вот, которого вы говорили. То есть они не хотят как-то... Публичности даже. Публичности. Странно, они да? говорят, вот можно мы поможем вот здесь вам? В чем мы можем помочь? Какова потребность? Что необходимо для, там, например, оказания там, помощи, содействия там, той или иной акции? То есть вот многие откликаются, и многие пытаются как-то... Говорят, можно мы поможем просто вот, без каких-либо вот, там, освещений. То есть нам не надо ничего, мы просто хотим помогать. Мы просто хотим сделать это от души. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. Конечно. Серебряные волонтеры акции «Мы вместе» спешат на помощь коллегу Петровичу Беляеву, который сейчас в силу возраста соблюдает режим самоизоляции. Добровольцы привезли продукты и лекарства. Координатор отряда «Серебряный актив» Самарской области при Центре социальных проектов Татьяна Чигарева более 6 лет занимается волонтерством.
Привыкла моментально откликаться и делать добрые дела. Говорит, забота об окружающих и тот душевный порыв, который испытывает, всегда поднимает настроение. Продуктовые наборы добровольцы передают в масках и перчатках, а также соблюдают социальную дистанцию. Это мы, Олег Петрович. Здравствуй. Здрасте. Оставляем тебе подарочек. Ваш продуктовый набор. Доставка вам. Спасибо. Как себя чувствуешь? Потихоньку. Олег Петрович Беляев – инвалид третьей группы. После перенесенного инсульта у него частичная потеря речи и парализована правая рука. Еще недавно он и сам был активным добровольцем серебряного возраста. Собирал продуктовые наборы, работал и на чемпионате мира по футболу. Сейчас соблюдает режим самоизоляции и рад каждой встрече с друзьями и коллегами. Спасибо большое. Михаил Сергеевич, вот мы с вами увидели пример. А вообще, какие формы поддержки существуют на сегодняшний день у волонтеров, ну вот в том числе вот осенью-зимой, скажем так, 2020 года во время эпидемии COVID? Ну, я вам скажу так. Различные есть, так сказать, мотивация и стимуляция вот этого волонтерства, волонтерского движения. Вот могу привести пример. Вот совсем недавно стартовала акция «Поможем врачам вместе». Акция направлена на то, чтобы помогать нашим врачам, дежурным врачам, терапевтам, добраться до больного, так сказать, до места, где находится больной, который нуждается в помощи врача-медика. То есть мы организовали автоволонтеров, так называемых. Они состоят, так сказать, у нас в определенной группе волонтерской, где общаются напрямую с представителями поликлиник. То есть, получается, поступает заявка на предоставление там 2-3 волонтеров на машинах, чтобы они оказывали, так сказать, содействие врачам. Они, то есть, целый день трудятся, работают. Вы говорите, как вы их поддерживаете. Поддерживаете следующим образом. Этим волонтерам выдаются специальные топливные карты. Эти топливные карты, они могут заправляться, то есть буквально каждый день на определенных заправочных станциях. Также, помимо этого, им их машины бесплатно моются, обрабатываются. Ну да, надо же еще проходит дезинфекцию, совершенно верно, так как они возят медиков, врачей в избежание, то есть заражения, мы эти машины все обрабатываем. То есть, и я хочу сказать, что очень много людей, жителей нашего города, откликнулись, которые пишут в соцсети, как поучаствовать, которые звонят на волонтерскую линию, которые просят, говорят, мы хотим поучаствовать, мы хотим быть участниками вот этой акции, потому что считают, что эта акция действительно, она народная, направленная на помощь врачам. Сейчас достаточно, ну, непростая обстановка, и действительно количество заявок, звонков очень много. И врачи, ну, иногда не справляются просто. Ну, конечно, конечно, город-то у нас на самом деле непростой, чего уж там говорить, ездить на нем ездить несложно. Кстати, молодежь должна, мне кажется, хорошо откликаться на эту акцию, потому что они любят на самом деле вот этот драйв, привести максимально быстро человека, потому что дело-то благое на самом деле. Вы знаете, молодежь откликнулась на самом деле. Большинство автоволонтеров, так называемых, они вот представители нашей молодежи. Они действительно вот оставляют заявки, они пишут те дни, когда они могут оказать, так сказать, волонтерскую помощь, и пишут причем напрямую в группу. В группе, как я уже и говорил, есть врачи-терапевты дежурные, которые нуждаются, вот, опять же... Группа в соцсетях, да? Группа у нас вот есть в WhatsApp, есть в соцсетях, опять же, где можно оставить заявку как и для участия, так и для того, чтобы понимать, куда тебе ехать и как в дальнейшем вообще вот как-то вот реализовывать это все. Вот если с практической точки зрения, то есть можно найти в соцсетях группы самарских волонтеров, если есть желание личное, написать, когда я могу, что я могу сделать, и, соответственно...
мне тут же будет предложен некий вариант, как я могу оказать поддержку. Я правильно понимаю? Да, есть определенная группа. Также хорошо нам оказывает содействие волонтерский центр партии «Единая Россия». То есть, опять же, кто не знает, как связаться, они просто звонят в этот волонтерский центр, и они их ориентируют непосредственно уже на нас, на организаторов акции. Перенаправляют. И мы уже их, да, как-то направляем, как-то их координируем. И довольно-таки неплохо справляются ребята. Действительно, сейчас вот поступает много сообщений, слов благодарности в адрес непосредственно этой акции, потому что действительно нагрузка, она вот начинает спадать благодаря вот простым ребятам. В том числе волонтерам. Да, так и есть. Михаил Сергеевич, вот у нас в Самаре достаточно много общественных движений. А зачем появилось общественное движение «Люди дела»? Вот то, о чем мы говорили в начале, и активистом которого вы являетесь. Что хочу сказать по поводу движения «Люди дела». Это даже не сколько движение, сколько проект. Проект, который поддержала глава города Елена Владимировна Лапушкина, которой я, собственно, благодарен за этот проект. Этот проект связывает в себя непростых людей. То есть в основном это представители молодежи, но есть и представители предпринимателей, есть представители каких-то некоммерческих организаций, то есть есть и представители даже там, депутатского корпуса. Кстати, очень много ребят в нашем, так сказать, проекте, которые являются молодыми депутатами. Дума городского округа Самара. Да, и не только, и очень много, да, ребят, которые являются депутатами районных советов. Очень большой вклад, на самом деле, они вот в этот проект вкладывают. Вы сказали, чем отличается. Да, вот чем вам, и зачем? Я бы не говорил так, чем отличается. Мы тот проект, который больше дополняет другие проекты, то есть другие какие-то движения, то есть мы, наоборот, идем навстречу другим каким-то инициативным, так сказать, проектам, то есть жителям обычным. То есть много очень представителей общественности, которые обращаются с какими-то полезными инициативами, да, вот, направленные на улучшение качества жизни, да, вот, в нашем любимом городе. И мы стараемся как-то их поддержать, как-то им помочь. То есть, наоборот, мы не конкурируем с другими. Ну, это понятно, о каком конкуренции речь. Мы привыкли работать все вместе. Мы коллектив. И мы как-то, наоборот, поддерживаем и другие некоммерческие организации, молодежные какие-то объединения. Да? То есть мы стараемся как-то не то чтобы конкурировать, а наоборот, как-то объединяться, как-то опять же улучшать, то есть где-то дополнять, то есть развивать. Самое главное, да, это развитие и результат. А ну вот пример, если привести, вот какие уже были, скажем так, акции или дела вот общественного движения «Люди дела»? Ну, у нас, знаете, как вот вообще это получилось? То, что начали летом, когда вот мы организовались, так сказать, да, консолидировались, а летом начали обращаться обычные жители нашего города с различных округов, городского округа Самары, то есть со своими проблемами какими-то. То есть вот одна из часто вот задаваемых таких вот вопросов, часто таких проблем, это вот детские площадки, которые были в не совсем пригодном состоянии. То есть где-то что-то там отвалилось. Бывает. Да, и вот жители писали и просили как-то помощи. Мы для этого организовались вместе, совместно с этими жителями, которые просили помощи, провели, так сказать, ремонт, окраску детских площадок на территории городского округа Самара в различных районах. То есть в Железнодорожном, в Октябрьском районе нашим коллективом, нашим проектом было восстановлено целый ряд детских площадок совместно с жителями, опять же. Вот, кстати, что важно. Для того, чтобы они потом берегли. Да, вот в этом-то и заключается вся суть. Когда вы вместе все сплоченно делаете и восстанавливаете что-то, вы показываете пример и детям,
и жителям то, что вы видите, мы это делаем вместе с вами, это надо беречь. И жители потом, после этого, они очень аккуратно относятся вот к этим площадкам. И детям так говорят, да? И дети, да, вы знаете, тоже вот сейчас вот они вот, те площадки, которые мы летом восстанавливали, я периодически проезжаю, смотрю, дети там снег чистят, то есть вместе с жителями, то есть они ухаживают, следят за... То есть на некоторых площадках мы сажали деревья с детьми. Я смотрю, то есть там жители... Как интересно. Жители, с которыми мы сажали эти деревья, они аккуратно поставили на зиму... Вот, ограждение. Ограждение, да, вот этих деревьев. То есть видно их забота. То есть они внесли вклад, так сказать, в благоустройство, да, так, своей площадки, и они за ним следят. Это вот приятно, то, что действительно люди... А мы откликнулись вместе, организовались, сделали это все вместе, и за этим они следят, они, ну, содержат, так сказать, эти все площадки, и когда, глядя на это все, хочется и дальше, то есть помогать и вместе, опять же, с жителями реализовывать их инициативы. Я предлагаю сделать еще одну паузу, посмотрим сюжет и затем продолжим разговор. Конечно. Чем я вам могу помочь? Вы не болеете, признаки ОРВИ? Можете сказать свой адрес, где вы проживаете? Какие продукты вам необходимы? Рабочий день волонтера Алены Илюхиной начинается с обзвона пенсионеров. За полгода пандемии девушка составила список из сотни пожилых людей, нуждающихся в помощи. В основном им требуются продукты питания, выходить за которыми пенсионерам нежелательно, чтобы не рисковать здоровьем. Продуктовый набор Алена покупает в магазине на деньги заказчика и привозит по адресу. Довольно часто приходится ездить. Встречают нас все дружелюбно. Ну, каждый человек, я считаю, любую помощь встретит с теплотой, с открытыми дверями. Эльвира Ивановна Якимова своего волонтера каждый раз ждет с нетерпением. Помощь ей необходима, рассказывает пенсионерка, так же, как и ее соседкам по подъезду. А с наступлением зимы, а значит и гололеда особенно. Я, конечно, очень приветствую Вот такую помощь. И, конечно, без этого много стариков, конечно, которые очень нуждаются в этом. Но, в частности, вот моя одноклассница, подруга, она живет на Молодогвардейской, около площади Куйбышева. Вот. Еле ходит. Я уже ей про волонтеров говорила. Волонтерское движение – это, конечно, большое дело. И молодцы наши ребята. Михаил Сергеевич, вот вы сказали очень интересный и важный момент, что вы ремонтировали детские площадки совместно с жителями и детьми. А какие еще проекты реализовываете и будете реализовывать, вот что очень важно, вместе с детьми? Потому что если их не привлекать, ну, мне кажется, эффект будет существенно меньше. Ну вот буквально в преддверии 1 сентября наш проект, мы опять же работали на всей территории городского округа Самара, мы сажали, ну, не в каждой школе, но вот в каждом районе мы посетили школы, где мы совместно с первоклашками, с учащимися, с детьми сажали, так сказать, дерево их класса. То есть мы сажали, вот, например, березу 1А, то есть отличная дети идея, с первого слушайте. Класса. И это дерево будет расти вместе с, детьми, вот этими, с классом. С этими детьми, да. И буквально вот я даже детям объяснял, это ваше дерево, вашего класса. Ухаживайте, заботьтесь о нем. Когда вы будете выпускаться, это дерево уже будет большое, больше, чем это здание ваше даже. Это ваше дерево, и оно будет тут надолго, на века, то есть останется. Вот. И дети, буквально, они вот были в восторге от этой акции. Даже несмотря на свой юный возраст, они понимали значимость данной акции. Они усердно старались, сажали там, поливали, подкапывали. То есть детям это нравится. И я считаю, даже вот с этого раннего возраста и надо вот прививать детям вот эту вот культуру сальноосознанности. То есть мы в дальнейшем даже вот, планируем продолжать работу с детьми, помогать и детям в том числе.
как-то реализовывать их какие-то там, может, инициативы, где-то помогать, то есть и привлекать, соответственно, их тоже. А спортивные проблем. Какие-то идеи, кстати, есть? Вот, потому что дети и физкультура, спорт — это тоже очень близко. А что-то планируется вот тогда вот этим движением на тему развития спорта? Да, да, конечно. У нас в нашем, так сказать, проекте есть определенные там товарищи, тоже, кстати, молодые политики, которые непосредственно связывают свою жизнь со спортом. Они тоже оказывают регулярно помощь непосредственно детям, как-то привлекает их для участия в каких-то спортивных мероприятий. Бывало, вот тоже летом обратились ребята, обычные жители нашего города. У них была, знаете, потребность, ну, в площадке для занятия велоспортом. Ну, то есть мы выехали на место, ознакомились, то есть и посмотрели, что ребятам это нужно, но у них не хватает ресурса, не хватает как-то организованности для того, чтобы как-то преобразить эту площадку. Мы подключились к этому вопросу, мы достаточно много поставили различных, так сказать, трамплинов, те вещи, которые помогли им заниматься их любимым делом. Они после того, как мы благоустроили их площадку, так сказать, так как они нас спросили, то есть мы, опять же, совместно с этими ребятами подготавливали эту площадку. После того, как мы им все это, так сказать, совместно с ними реализовали, они начали устраивать какие-то соревнования там. В этот, так сказать, в это место, где мы обустроили эту площадку, начали приезжать с других районов ребята. То есть мы видим, что действительно им это нужно. Они вот также нам говорили спасибо, благодарили. И они же также сказали то, что мы готовы с вами в дальнейшем участвовать в других спортивных каких-то мероприятиях, в спортивных акциях. То есть они увидели действительно то, что мы откликнулись, и мы вместе организовали вот эту большую площадку. И это послужило им как стимул для дальнейших каких-то реализаций уже спортивных. Уже самостоятельных. Да, и они уже, то есть, как они сказали, у нас есть на следующий год большие планы, опять же, связанные с развитием вот их велоспорта. И вы им, соответственно, можете помочь? Ну, я думаю, мы не то что поможем, мы уже совместно и с администрацией города, и с нашим проектом, и вместе с ребятами будем развивать их направление, реализовывать так, что вот их какие-то инициативы, их взгляды, то есть будем учитывать. Люди видят, что как мы помогаем, они видят то, что как вот... Что это реально? Ну, это реально, да, потому что у нас наш проект, он как-то направлен, у нас даже все участники проекта, они как-то стараются меньше слов, больше дел, как говорится, меньше говорить и действительно больше каких-то реальных действий, реальных поступков. Михаил Сергеевич, время, к сожалению, подходит к концу, вот, а в этот момент очень важный вопрос, где вас можно найти и кто может войти в движение, потому что если есть желание, как вас найти? Хорошо. У нас есть различные группы в соцсетях, там, ВКонтакте, в Инстаграме, «Люди дела», в Твиттере. Самара. «Люди дела», да. Вот вступить, на самом деле, в этот проект может каждый житель, каждый неравнодушный житель нашего замечательного города. Надо только лишь написать в группе, и сразу же вам ответят, вам позвонят, укажете номер телефона. Мы рады каждому, да, то есть, потому что сейчас, опять же, много очень людей хотят, то есть они видят, что действительно этот проект, он приносит пользу нашему городу, и люди хотят поучаствовать непосредственно в этом проекте, в этом движении, и очень многие пишут, и звонят. Отлично. Ну что ж, спасибо большое. Надеюсь, спасибо. Что мы с вами увидимся вновь, и ваше дело благое будет развиваться. Напоминаю, в нашей студии был Михаил Натальчук, депутат Думы городского округа Самара, активист движения «Люди дела». Помогайте другим. До свидания.